4 мая в Тверь прибыл тематический поезд «Мы армия страны, мы армия народа». Здесь представлены экспозиции, посвященные военной истории России, новейшим достижениям вооруженных сил страны, развитию юноармейского движения и работе военных медиков в период пандемии коронавируса. Посмотреть выставку на железнодорожном вокзале могли все желающие. Во время работы агитационного поезда для всех желающих были развернуты полевая кухня, пункт приема на военную службу по контракту, отделы военторга, организованная экскурсия, а также медобследование всех желающих, включая анализ на COVID-19 методом ПЦР. Среди посетителей был советник президента страны, в Рио заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев. По его словам, кому-то эта выставка поможет сделать выбор в пользу службы в силовых структурах, которые открывают большие перспективы. Я могу сказать вам, что я мальчик из многодетной семьи, школьный учительница из деревни Галышки. Вот все, что я добился только благодаря тому, что служил. И я советую всем вам и желаю. Честно скажу. Эшелон состоит из 17 вагонов, которые отведены под тематические экспозиции. На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения вооруженных сил России. Кроме того, в составе поезда есть исторический вагон с интерьером, созданным по аналогии с музейным комплексом «Дорога памяти». Вагон «Победа над невидимым врагом» посвящен борьбе с COVID-19. Осмотреть выставку могли все желающие, однако наибольший интерес проявляли юноармейцы. Очень много интересных экспонатов. Также юноармейцы с Сириуса принимали участие, рассказывали о автоматах, разбирали, собирали все. Из Твери этот железнодорожный состав проследует почти через всю страну. От столицы до Владивостока. Остановки запланированы в 51 городе. Проект завершится 27 июня в парке «Патриот» Московской области.